Пацаны, вы там это осторожнее, слышите? А то вдруг кто-нибудь из эпилептика смотрит, реально, пацаны, осторожнее, бля, бля. А то вдруг чё? А то эта игра уже, я понимаю, настолько ёбнутая, что пиздец просто, я не думал, что прям вот так вот. Погоди. Для чего у меня башка, Буратино? А, да. Как прекрасно мы бежим за мечом. Сейчас, блядь, ебанешься еще, слышь? Все, что я сейчас вижу, это, не знаю, это какая-то шизофрения, блядь, или что, какая-то другая, может, даже болезнь. Еее, чё, как, пацаки, с вами я, Некит! А! И сегодня, пацаны, мы с вами поиграем в счастливую игру. Но что же там на самом деле происходит, мы с вами сейчас все и посмотрим, пацаны, уже какое-то предупреждение. Простите перед игрой, вспышки света могут вызывать у некоторых людей дискомфорт или судороги. Пожалуйста, будьте осторожны, вы все чувствительны к мигающим изображениям, а также к виду крови и насилия. Ага. Короче, много крови, много. Походу, нас будут пиздить, да? Или чё? Хуй знает, пацаны, чё он вообще может ожидать здесь. Бля, как лучше, вот так или чё? Я, сука, пытаюсь ярко... О! Короче, пацаны, я не знаю, что сейчас будет. Но мы с вами сейчас все увидим вместе. Короче, тоже хайповая игра, которая вышла, ну, где-то, может, даже месяц назад, да, как я понимаю. Короче, я хочу на это посмотреть, пацаны, сегодня, поэтому давайте сразу же начнем, да, пацаны. Ничего я об этой игре не знаю, не читал даже. А как? А, вот так? А, и все, да, пацаны? И начинается, короче. Ну что ж, надеваем наушники, а Амонита здесь Игна представляет. Happy Game, пацаны. Охуенно, хэппи. Что-то уже какая-то ебатня пошла, ну ладно. Короче, вот мы с вами, да, вот этот человечешка, бля, коротыш. Что-то там развлекается, наш детеныш, и... Вдруг ложится спать, правильно? И что в итоге? А ща, бля, кошмары там, да? Паралич, нахуй, сонный, или что? Нихуя. То есть, Happy Game называется типа так, для прикрытия, да? На самом деле нас вот что ожидает. Какая-то херня, пацаны, да, походу? О! О! Нихуя! Пацаны, это вроде как психологический прям хоррор, так что, пацаны, надеюсь, я не откинусь сегодня же, да? Там, блядь, не сойду с ума, но я надеюсь на это, пацаны. Потому что я не знаю... Ася? Нихуя. Что-то, если честно, мне это не нравится. Уже. О, подарок! Че, у меня день рождения, что ли, или что? Что-то, а, сохранялка была? Смотри, какие-то суки стоят, блядь, подсматривают. Ты посмотри на этих чудовищ, а, блядь. Сука, пучеглазики. Так, и что? А, я то есть прям вот так достаю. Сдалека, блядь, даже не подходя. И чё? Охуенный подарок, блядь. Какой-то кошак. Еще и клоун. Бля, пацаны. Что-то, знаете, мне жалко моего персонажа, если честно, вот сейчас. Еще какие-то звуки пошли. А и что, мне выбрать надо или что? Бля, пацаны, а вот тут что? Тут нельзя посмотреть, кто, бля. Что-то пропадает. Пацаны, кого возьмем, а? Клоуна, бля, для веселья или что? Кого, бля? И что это значит? Кого? Убили, нахуй? А это нельзя, слышь. Ну-ка, я могу теперь идти, нет? Не, он что-то, блядь, это орёт, нахуй. Назад тоже, блядь, да? Нихуя не получается, пацаны. Я не знаю. Я надеюсь, это не головоломка какая-нибудь. О, я вас понял, бля. Ой, сука. Не, пацаны, это что-то вообще, блядь, перебор какой-то, нахуй.
Че это, блядь, за фигурки пошли? Вот матрешка еще, да, да. И сейчас какая-нибудь хуйня вылезет, да, скример, блядь. Или что? Ну, давай! Давай, напугай меня, ну! Я еще ни разу не обосрался, на самом деле. Давай, что ты можешь мне показать? Давай. Ну. Говно, а? Бля, и чё? Сука. А, вот, смотри-ка. Получилось, короче, надо долбить. Да? Колокольчик. Вот, смотри, смотри. Сова, бля. О! Заряд есть, блядь. Да, правильно, вот. Подзаряжаем, короче, они вот это раздуваются, краснеют, блядь, все. Все в крови, пацаны. Еще цвета, причем такие, прям это, едкие, понимаете? Прям реально неприятно смотреть. Еще и в темноте, бля. Ой, сука. У меня сейчас глаза лопнут, нахуй, от такой яркости. Ебанешься. Ну. Бля, и чё теперь мячик? Ой, сука. Бля, пацан. Это тебе кажется, что так все весело, бля? Человек опять преобразится там в это. Я не знаю, во что даже. В ад, блядь, или как? Смотри. О, сука, бандюган ёбаный. Тебя бы отхуярить от сейчас же. Ну, пацаны, вот чё это, а? Все, что я сейчас вижу, это, не знаю, это какая-то шизофрения, блядь, или что, какая-то другая, может, даже болезнь. Ну, как это ещё называть можно? А вот, пошел, слышь. А, да, как прекрасно, мы бежим за мечом. Сейчас, блядь, ебанешься еще, слышь? Бля. Мама! Где мама? Блядь. Опять надо этот, короче, управлять, слышите? И чё? Вот опять сохранял. Ой, бля, без башки вот так одеть. Ха! А, да? Хлоп-хлоп. И чё, мне надо разгадать какую-то загадку, блядь, или что? Погоди. Пацаны, интересно, сколько эта игра проходится, а то опять, блядь. Я, короче, узнал. И вы еще написали, что типа, о, там, блядь, дальше не так уж это долго, да, играть, сейчас то же самое история будет, вы типа скажете, о, долбоёб, чё ты сразу не прошёл-то всю игру тогда? Пацаны, ну мне просто места не хватает, поймите меня уж, а. Реально, места мало. Я всё-таки снимаю это на телефоне, так что, блядь, нет, не базарьте, пожалуйста. Не базарьте хуйни. Ну, а, вот так надо? Вот, смотри, подошел. Пожмякать нельзя, он только это хлопает, бля. Бля, сейчас придавит, нет? Окей. Ладно, не так уж плохо на самом деле, все еще. А вот, я не знаю, нас будут убивать, нет? Тут умереть можно? Вот стена, блядь. Ага. А дальше нельзя, бля, пацаны. Все, тупик, нахуй, надо искать другой путь. Куда же это? Бля, чё мне? Погоди. А, это у меня чё разъебёт нахуй, нет? Я реально так думал, пацаны. А, вот чё, смотри. Нихуя, и что это значит? Куда? Погоди. Для чего у меня башка, Буратино? Бля, пацаны, только не думать, только не думать. Ну вы заебали, реально. Ну-ка, погоди. А, может там мое тело? Вот, пожалуйста, слышь. Я же знаю, что скрывается за... А, вот то есть вот так, да? А как мне тогда вот эту опустить? Вот, смотри, все правильно, все, блядь, логично. Так. Опа, ча. Короче, вот что-то показывает путь, да? Погоди, а тут что? Ничего нет, что ли? А, нет, смотри, макака, бля, походу. Обезьянка, бля. Так, ну, бля, ты можешь поднять? Как это сделать-то? Бля, я заебал, нахуй, орать. Чё-то туда показывает, слышите, вон стрелочка.
Короче, нам нужно, походу, сейчас опять собирать там еще одну игрушку, вот что-то вот. Вот что-то вот, пацаны. Вот башка, да, макаки, короче. Я же разглядел уже, что там находилось, поэтому, пацаны, я знаю, что это точно то самое, да? О, ну-ка, вот так, оп. Стоп, погоди, погоди. Во, вот и все. Бля, ну пока что не тяжело. Даже для меня, ну, пацаны, я постоянно говорю так. Даже для меня, пацаны. А как вот это мне открыть тогда, слышь? Там дальше же ничего нету, правильно? Никаких яиц, блядь, я, ну, шариков. О, смотри. Педобир, бля. И чё, потрогай. Давай возьмем. Я знаю, как будто смотрю на аутиста, блядь, или дальтоник, чё я базарю. Сумасшедшего, короче, аутиста, о, вот чё я хотел. Сколько лет-то, а? То есть потянуть нельзя, что ли? Слышь? А, она гвоздями, видишь, приколочена, походу, окей. Так, а что, а как мне тогда убрать вот этот шарик, блядь, эту морду, а? Мертвую, блядь. Уродливую, сука. Так, ну-ка, погоди, погоди. А, реально? То есть, погоди, вот. Короче, давайте еще раз, слышите? Мы с вами включили, да, так сказать, свет. Теперь мы делаем с вами вот так. Поднимаем. Эй. А, надо вырубить, да? Эй! Ты че, блядь? Ты сейчас не понял, бля. Погоди. Да даже так раб... Вот, смотри, опять морда. А, это медведь. Я думаю, что-то новое, что ли, опять? Во, все, пацаны, окей, нормально. Справляюсь, справляюсь. Неплохо получается. Конечно, не так быстро, как можно было бы, но, бля, пацаны, как умею. Как мой мозг думает, так и выполняю. Во. Все, пацаны. Макака! Педобир! Ну да, старая хуйня, короче, медведь. Буратино, уж шутки не будем, да, шутить, блядь, ты че это? Не смешно вообще-то. Хоть и написано счастливое, но не хуйня, но нихуя. Короче, шутить не будем. Нет, пацаны, нам не до веселья. Мы решаем с вами задачи. У нас сложные решения, правильно? Хоть и написано счастливая игра, но мы с вами понимаем. Мы с вами понимаем, пацаны, что в чем-то здесь подкололи нас, да? Наебали, короче. А что, я не могу пойти, что ли, назад? Эй! И что ты ходишь, блядь? А, вот, смотри. А-а-а! Тусовка, бля! Охуеть. Ой, блядь, опять все красные, нахуй. И что? Бля, кошмар, ёбаный! Пацаны, чё, мне теперь вот так надо? Погоди, о. Бля, ты сейчас моего челика убьёшь, нахуй. Бля. Пацаны, ой, бля, все подохли, да? Пацаны, вы там это осторожнее, слышите? А то вдруг кто-нибудь из эпилепсиков смотрит, реально, пацаны, осторожнее, бля, бля. А то вдруг чё? А то эта игра уже, я понимаю, настолько ёбнутая, что пиздец просто, я не думал, что прям вот так вот. Так, а это чё у нас, блядь, нарисовано? Мне нравится вот эта хуйня, а? Блядь. Сука, чё он хочет этим добиться-то, я не пойму. О, смотри, другое, мяч теперь. Типа подсказка, да? То, что за мячом надо идти. Бля, чё так в уши ебашит, нахуй. Говно это. Окей, пацаны? А мы веселимся. Всё хорошо. Смотри, какая-то... хуйня. Это что, ноты типа играют или что? Ой, блядь! А вот и... педобир, нахуй. Да? Сука.
Ебать нахуй, у него еще шевелятся эти хуйни. И чё? Бля, пацаны. Что-то надо опять... Что-то надо опять сделать! Чё надо-то? Слышь, как мне? Погоди. Так, а не могу идти, да? Пацаны, честно, я уже жалею, что зашел сюда, бля. Чё-то вообще неприятно на это все глазеть. Не знаю, как вам, пацаны. Бля. Ну что мне нужно сделать-то, а? Открыть морду его как-то надо, блядь. А надо это... Еще додуматься как. Смотри, вот ручки его поднимаю, и что? Я думал, короче, у меня сейчас возьмет, как, блядь. Засунь себе, да? Сука, по самое... Блядь. Я-то думал, что меня как возьмет, блядь, сожрет. Я у него там окажусь внутри, а там, блядь, еще жестче там, блядь. Не знаю, пацаны, чего еще будет. Игрушки эти все, да? Злые такие смотрят, блядь, сука. Ну и пиздец, короче. Ну да. Ну, блядь, ну что мне делать-то надо, слышь? Ну, пацаны. Я же вот так не могу его взять, да? Блядь, да заебал ты, орай. Еблан, нахуй, иди поспи, а, слушай. А, вот, смотри, что-то получается. Во, пацаны, идет. Прогресс, нахуй. Вот так надо, короче. Или что? Не, погоди, вот. Бля, пока поймешь, это реально вот так, что ли, работает? Охуеть, блядь. Шкатулочка, блядь, заряжается. Вот, смотри. Чё это, блядь? Скелет, нахуй? Или что? Одноглазое чучело, блядь. Да! Ну сколько... Блядь. Ебать. Я пока что, пацаны, вообще не пойму сюжет этой игры, и, видимо, его тут и нету, да? Главное всякую хуйню вставить, типа, вот, блядь, обсирайся, правильно? О-о-о, и чё? Мне всех рвать надо, да? Ну? Ну давай! Как это сделать-то? Эй! Бля, пиздец! Сезам, откройся! О! Еба, и тут мяч, нахуй. И в чем прикол? Я умер, блин. Мне уже похуй. Пацаны, скорее всего, кстати, слышите? А, вот, можно остановить. Сюжет, скорее всего, в том, что наш пацанчик, да, пацаны, лег поспать. Ему снится такая ебатня. Скорее всего, так. Просто не знаю, как это еще можно объяснить. Но почему у ребенка, ой, блядь, такие сны, я хуй пойму. У меня такого не было, пацаны, никогда. Это что-то, блядь, болезненное, нахуй. Реально больной чел. Смотри, вот посмотри на это, а! У него причем все игрушки, они все в крови просто. Все красные полностью. И что мне делать? А, надо мяч достать, да? Ну, пацаны, да, игра интеллектуальная, реально. Ебать, звуки какие отвратные. Так, и что мне, как? Как ты? А, в рот есть, что ли, надо? Чё, блядь? Погоди, вот... А! Чё? Что-то я не понял. Надо мяч же достать, да? Так, я не могу опять.
Что мне нравится в этой игре пока что, так это то, что надо додуматься, бля, пацаны. На это время уходит очень много. Вот смотри, ручки у нас, да, висят. А куклы, да? Кукла. Ну-ка, блядь, а как мне? Оно не разгоняется, слышь. Я думаю, типа, по-быстрому сейчас бам, и получится, нет? Не робец, нахуй. Ну и чё? Привет! Бля, я не знаю. А, вот, смотри, смотри. Во-во, пошло что-то дело. Ой, сука, какая хуйня, бля, пацаны, боже. Мне еще интересно, какой человек придумал такое. Реально, я узнаю автора, пацаны. Если что, пишите, если вы знаете. Это же такая... Ладно, пацаны. У всех свое в голове, да? Стоп, а вот так сделать можно? Я, конечно, не... надо типа... Чё сделать-то надо? Я думал, мяч просто поймать или что, взять в руки. Причем в обе, да, получается? А тут что-то не... Нет, нихуя. Не так все. Ну смотри. Ну... Бля, ну что мне нужно сделать-то? Погоди. Глаза закрыл, слышь? Бля, сейчас буду все пробовать, правильно? Пока не догадаюсь, бля. Фух, пацаны. Ну вот смотри, у нас кровь появилась, правильно? Кровь вон. Я не знаю почему. Реально не понимаю вообще. Конечно. Блядь. Что из этого вообще можно понять, пацаны? Я не знаю. Во, слышь? Вот что-то получается. Ну-ка, и шо? Она вон краснеет. Сейчас же было только что. Блять, я не знаю. Во-во, слышь, пошло. Давай, блядь, краснее уже, сука. Ты заебёшь меня. Ну? И чё? Пацаны, вы поняли, что нужно сделать? Я вот что-то, блядь, не долавливаю. Что вот так руки, что вот так, а разница-то в чём? А? Бля, еще музыка эта ёбнутая, пацаны. А-ля-ля-ля-ляй, а-ля-ля-ля-ляй, а-ля-ля-ля-ляй. Охуенно, нахуй. Сука. Может, глаза тебе, нахуй, вытереть или еще? Реально, бля. Вот, смотри, смотри, о, пошло дело, бля. Сейчас тебе, нахуй... Глаза поотрываем, блядь, которых и так нету, нихуя. Ну смотри! Погоди, может надо типа вот так поставить руки, как вот тут? Блядь, музыка ёбаная! Заткнуться можешь, нет? Так, смотри, смотри. Во, слышите, вот, пацаны, вот так надо. Вот, что-то получилось. А, она что, будет рвать, что ли? Серьезно? Так, все, я понял, бля, я тебя понял, нахуй. Автор, ты просто гений, блядь, кто придумал эту игру, я в ахуе. Ну и чё? Давай мне мяч, нахуй. А, ну туда, только туда, конечно, ой, бля. Вытащили мячик, нахуй, теперь опять побегаем, бля.
Бля, и вот реально вы думаете, что такая херня, блядь, меня напугает или чё? Вот это вот, блядь, морда нахуй? Че, серьезно? Или чё? Чё мне надо-то? Я пошёл, блядь. А, да? Воу-воу-воу-воу-воу! Ладно, пацаны, сейчас я не ожидал, что, блядь, погонятся, нахуй. Чё к чему, бля? Сука, мяч ёбаный, Блядь, посмотрите на эту морду, блядь. Долбоёб. А, бля, опять весело, нахуй, охуеть. Все вообще супер, блядь, забей. Пацаны, сейчас, короче, вот так идем, да? И оказываемся, блядь, в дерьме, блядь, или что там. А реально, нахуй. О-о-о. Где, куда-нибудь, короче, придем, да? У нас болезнь развивается, да, там опухоль мозга. И вот мы идем куда-то, не обращая внимания, даже не понимаем, что мы вообще делаем. И прикиньте, оказываем, короче, мусорки там, да, в помойке, блядь. Охуенно было бы, кстати. И суть игры бы была в том, что, типа, вот, не бухайте, пацаны. Или там чё? А, не-не-не, суть игры в том, пацаны. Берегите здоровье. Вот и всё, блядь. Я бы вот так сказал. Смотри, вот опять игрушки, да? Угу. Я знаю, пацаны, эта игра меня уже достает, вот честно. Ну и что, что? Угу. Я тебя понял, короче. Надо что-то опять сделать. О, что-то этот, блядь. Выебывается, нахуй, о. Смотри, солдатик. Так, куда? На коня. О! Окей. Что еще? Больше ничего нет. О, погнал! Тэ-т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 э
Рэмбо! Давай! Ускакал, блин! И шо? Ну, что-то, блядь, звенит, нахуй. На башку себе напяли, а? Куда это надо? Погоди, что это вообще такое? Что-то я не понимаю. Вазы? Нет, это не ваза. Трубка. О! Пацаны, чё с ней делать? Сука, а! Точно, да, я знал. Я знал, пацаны, что тут у нас поезд, конечно, паровоз, блядь. Ага, и что? И нафиг мне это надо, блядь. Да уж, пацаны, ну и чё? Нам теперь надо с паровозом что-то делать. А вот, и шо? И что мне эти ваши пузыри? Давай больше мне, гони давай. Что это значит-то? Короче, пацаны, эта музыка меня уже задолбает сегодня просто. Это нереально противно. Не знаю, бля, почему. Фух, пацаны. Короче, я не знаю, как это описать, это какой-то психодел, блядь. Ну реально, пацаны, то игрушки, то, блядь, опять монстры, типа, да, чудовища. И чё к чему вообще? Какой смысл, блядь, этого всего? Я не понимаю вообще.
напугать меня вот этим вот. Это даже не хоррор, пацаны. Где здесь хоррор-то? О, блядь, нашел, неужели? Ну вот и тачку завел, блядь, охуеть. Давай, раздави их всех, блядь. И меня тоже, давай. Погнали, нахуй. Сейчас тебя, блядь, как заряжу. О, давай. О, блядь, приехал песик, нахуй. Я еще... И что сейчас будет? Короче, пацаны, давайте пока что там все, я просто уже устал, блядь, от этой игры, реально, пацаны. Фух, что-то у меня уже мозг, блядь, заболел аж. Мозг заболел. Реально, пацаны, такой хуеты, как, чё, блядь, чё ещё-то будет? Не знаю. Может быть, я настолько тупой, что не понимаю, да, вообще. Чё к чему? Или это просто так реально сделано? Может, ну, кошмары, типа, и все, да? Вроде все кажется таким прекрасным, да, красивым, а на самом деле входит что? Что все, блядь, только насилие, да, полно. И то, что кажется таким приманивающим, я не знаю, пацаны, как еще сказать, оказывается ужасным, да, кошмарным, неприятным. Че еще? Короче, я не знаю, пацаны. Ну вот, смотри, да? Я уже просто не знаю, что делать-то. Вот он гоняет туда-сюда, и что? Сейчас я должен опять! Опять откуда-то что-то взять, чтобы другую игрушку, да? Включить. Ну и все, вот. Мне, кстати, интересно, что в конце будет, пацаны. Возможно, мы с вами пройдем. Если вы захотите продолжение... О, смотри, смотри, что это такое? Что это значит? Увидишь? И что? Что это, блядь, болтается? Вертолет или что? Стоп, погоди, а как? А как мне это сделать? Мне что, башку надо? А, реально, смотри, смотри. А как это возможно? Бля, ладно, все, пацаны. Давайте. Не буду сегодня задерживаться. Если вам понравится, пацаны, не забывайте про лайкосы. Я для вас записал хоррор, блядь, непонятный, да? Уёбский, но все-таки это сделал, блядь. Потому что, пацаны, я знаю, возможно, вы меня опять же будете критиковать. Типа, ты еблан, тут смысл такой, блядь. Ууу, сука, там. Что ты даже догадаться не смог, да? Типа, тупой там, все такое, пацаны, долбоеб, как всегда. Окей, пишите! Пишите, я вас послушаю, пацаны, окей. Ну, на этом пока что все. Если у кого-то продолжение, пацаны, не забывайте написать комментарий, да, я все прочитаю, как я уже сказал, сердечко вам поставлю. Пацаны, для вас все, да? Так что, пацаны, встретимся уже в следующий раз. Совсем скоро, пацаны, все-таки сейчас видосы каждый день пилятся, мутятся, так что без проблем вообще. Так что уже завтра новый видосик, пацаны, надеюсь, вам реально все понравилось, даже такая вот игра. Если честно, мне нет, я просто ничего не понял. Так что будем продолжать или нет, все зависит от вас, пацаны, уже многие прошли эту игру, а я, как всегда, последний, да. Ну, да, медлительный, до меня все доходит в последние мгновения, правильно? Так что, пацаны, желаю вам всем удачи, не болейте. Я сегодня вакцинировался, кстати. Ой, блядь, больно. Ну, ничего-то, кстати. Не сказал бы, что прям, да, колет там или что. Вообще заебись, пацаны, без проблем. Даже вот не болею, слышите? Мне сегодня только поставили, а чувствую себя заебись. Видите, какой, а? Энергичный, блядь. О, сука. Тут-то был! Так что, пацаны, все, давайте. Отдыхайте там, веселитесь, а мы с вами продолжим уже в следующий раз. Пока-пока, пацаны. Пока-пока.